Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить Assassin's Creed. Мы в прошлый раз остановились на том, что вроде как приехали в Дамаск, а вроде и не приехали туда, не знаю. Сейчас посмотрю насчет сохранения, по идее должно было сохраниться все. Короче, я решила, что нафиг это кредо. Все равно его никто не соблюдает, особенно я. Где мы? Куда идти? Так, давайте откроем карту. А, мы все еще идем в Дамаск. Не дошли, что ли? Ну ладно, пойдемте. Оп-па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 . Не туда поскакали. Что это за место вообще? Да пофиг, пусть подозревают, у меня есть лошадь. О, что, Турция? Ребят, это турки. А еще я решил, кстати, что я не буду помогать мирным гражданам, потому что зачем? А, ну вот, я была... А, нет. Что это, блин, такое? Ну вот, я была в Дамаске, значит, оно сохранилось. Или не была? Не, по-моему, была. Ох. Да-да-да, была-была. Значит, возвращаемся... Ну, так-то я вообще не поняла, что надо делать было в Дамаске. Поэтому, думаю, ничего страшного. Осторожнее, ты мог ушибить меня. И что? Так, какие у нас вообще цели? Нам нужно открыть какие-то памяти убийства. То есть мне чем-то надо заниматься, и при этом не понимаю, чем. Да. Пошли к монахам. Да хватит. Я слезу с лошади, все. Да. Отстань, лошадь. Я знаю, что она у меня шикарная. Точнее, у нас. Ребят. Все. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. А, все, ребят, теперь я пойду разбираться, что-то как. Все, отстанет. Так. Надо понять, что делать. Вот, например, вот что это такое, это задание? А, это ученые. Точка обзора. Вообще не особо хочу открывать точки обзора, но раз надо. Это и есть точка обзора? Интересно. Ой, смотрите, какое красивое солнышко, ребят. Давай, хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. Во, будем как орел. Так, теперь посмотрите, какая красота. Вот честно? Ну вот скажите, ну вот в прошлом города же выглядят, ну не прям так красиво. Вот что делать в прошлом? Прошлое, вот будущее было бы интересно посмотреть. Так. Значит, давайте детали узнаем. Так, здесь можно своровать, здесь задание информатора. Вот. Нам вообще, по-моему, надо в бюро. Ну давайте сходим... Посмотрим, что за задание от информатора. Прыжок веры. Мы все-таки не воры воровать не будем пока что. Даша Милин. Мне, кстати, Эвелина, моя сестра. Что? Сделаешь так еще раз? Позову стражу. Помогите!
Так, вы ничего не видели. Я не бью людей. Я это вырежу. Так, ладно, бюро. Спустись, пожалуйста. Оно наверху? Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Где оно? Вы информаторы? Какие-то левые люди. Снизу, может? О, нет. Да что нет? Так. Информаторы. Ребят. Так, информатор, по-моему, должен быть желтым. Ну еще ниже, что ли? Там водичка. О, тут есть лодочки, интересно, плавать можно? А лодочка-то? Ура, у меня есть лодка. А плавать я на ней не могу. Прекрасно. Ладно, не узнаем, где мои информаторы, значит, пойдем в бюро. Так, бюро у нас находится где-то. Сюда, на дороге! Умри, его! Воровать не надо. Они пошли против воли Бога. Так. Ходят тут всякие. Не туда побежала. Ты правда очень мудр? Что это? Тут деревья, ребят. Какой-то садик. Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Что это? Умри, вон! А не подскажете, пожалуйста, где бюро? На помощь! Помогите! Пожалуйста, я не знаю. На помощь! Ты чё? Ты чё? Ты совсем уже? Он меня толкнул. Да хватит меня бить. Он уже проиграл, даже если не понимаешь этого. Ля. Ребят. Ну все. Проиграли бой. Ученые помогут незаметно попасть. Бла-бла-бла-бла, да. Подходите, подходите. Большая распродажа. Что-нибудь приглянулось? Ты что, слепой? Осторожнее. Ты что, слепой? Неловко, как вышло. Так. Я буду искать бюро до последнего. Почему, когда я убегаю, это выглядит очень смешно. Не сюда. А стражи, кстати, все равно было, что я так бегу. Так. Что беспокоит? Никто не знает его лучше меня. Подходите, послушайте, что я скажу.
Итамир отдал ему пищу. А после битвы предводитель распорядился заплатить Тамиру 1000 раз больше. Не, значит, просто бежать, значит, это я кого-то убью. Она украла, ей должна помогать. Ну все, пока. Воришкам не помогаем вообще-то. Оно наверху находится. Больше так не делай. Умри его! Ты смеешь красть у меня на глаза? Интересно, конечно, вход. Подушечки, ребят, все, остаемся здесь. Здравствуйте. Альтаир, рад видеть тебя. Ты кто? Невредимым. Я тебя тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Креда, правда? Все. Конечно. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Думаю, ты знаешь, как его выследить. Как? Да, конечно. Узнать, где и когда он бывает. Конечно, этим должен заниматься не я. Я понял. Начни искать в городе. Узнай, что он планирует и где работает. Подготовка – залог успеха. Что ты можешь о нем рассказать? Тамир ведет жизнь подпольного торговца. Тебе нужно в рыночный район города. Я бы предложил поискать в следующих местах. Маленький базар к северо-востоку отсюда, медресе к востоку и сады к северу от Дуру. Сосредоточь свои поиски в этих местах, и ты многое о нем узнаешь. И после этого вернуться сюда, я полагаю. Да, возвращайся, я дам тебе метку Аль-Муалима, а ты нам жизнь Тамира. Как пожелаешь. Запомни, Альтаир, если ты попадешь в неприятности и город ополчится на тебя, возвращайся сюда. Я укрою тебя. Хорошо. Но если враги будут близко, я не открою дверь, пока ты не избавишься от них. Ты понимаешь? Так дверь на крыше. Да. Приведя их в бюро, я подвергну братство опасности. Отлично, теперь иди. Ой, кому не все равно. Спасибо, можно меня выпустить отсюда? Благодарствую. Тут можно в шахматы поиграть или в шашки. Базы делать. А как выйти? А, по стене, что ли? А... Прекрати, ты делаешь мне больно. Ты смеешь красть меня на глаза. Что нам, на базар надо, да? Бюро ассасинов, точка обзора. На севере базар или сады. Мне что, точки обзора открывать? Я не понимаю. Ладно, пойдемте откроем. Знает его лучше меня. Подходите, послушайте, что я скажу. Они со... Почему цели не обозначены? Когда-то мир водил караван между Дамаском и Иерусалимом, но дела у него не шли. В Иерусалиме никому не были нужны его товары, фрукты и овощи с близлежащих ферм. И Тамир отдал ему пищу. Опа, про Тамир говорят. А после битвы предводитель распорядился заплатить Тамиру в 1000 раз больше. Да ты что?
И когда он привел караван на север, то встретил предводителя сарацинов и его голодных людей. К счастью для обоих, им было что предложить друг другу. Никто не знает его лучше меня. Подходите, пойдемте спросим. Послушайте, что я скажу. О несравненном мастере торговли. Ну-ка. Итамир уехал на север. Отстань от меня! Ты там про Тамиру говорил что-то. Здесь слишком лютно. Уходи. Никто не знает его лучше меня. Подходите, послушайте, что я скажу. О несравненном мастере торговли. А вы одобряете это? Это законно? Люди Саладина обратились бы против него. Может, меня не повяжут? Эту битву мы выиграли благодаря ему. А это что ходит еще? Это ты типа его телохранитель? Мне кажется, ты должен отойти. А мне так не кажется. Отойди. Может, тебе стоит развернуться и уйти? Дорого заплатишь за это. Какой развернуться? Ну-ка, давай всю информацию. Ничего себе, что он такой сильный. Похоже, ты многое знаешь о Тамире. Давай, рассказывай. Что он задумывает? Я знаю только эту историю, ничего больше. Жаль. Зачем оставлять тебя в живых, если тебе нечего дать взамен? Стой, стой! Я знаю кое-что. Продолжай. Он сейчас очень занят. Руководит сбытом большой партии оружия. Ну и что? Он продает его Салах ад-Дину. Это мне ни к чему. Как, впрочем, и ты. Нет, стой! Послушай, не Салах ад-Дину, а кому-то еще. Гербы на доспехах, а не другие. Я не знаю, чьи. Похоже, Тамир помогает другим. Я не знаю, кому. Это все? Да, да. Я сказал тебе все, что знаю. Тогда пора тебе отдохнуть. И все равно убил. Ну правильно, что свидетель-то оставлять? Только этого мужика ничего не смущает? Ну ладно, ладно. Хорошо. Так, значит... Это мы посмотрели. Память убийства может придет любое количество... В бюро снова идти, что ли? А, это я. А что я пометил? Это маркер? Да. Вперед. Ты меня раздражаешь. Ты меня тоже раздражаешь, представляешь? Меня все раздражают, я никого не трогаю. А на меня все бычат. Альтаир, входи, входи. Я сделал, что ты сказал. Теперь дай мне метку. Сначала информация. Что ты узнал? Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Прикинь. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке. Обсуждение важной сделки. Говорят, что самый важный... Как мы это узнали? Он будет занят своей работой. Ну ладно. Тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежен. Я отпускаю тебя. Такое чувство, что они что-то между тут говорят, но ничего не говорят. Или мне надо забрать это? Ой. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Все, вы меня отпустили, дядечка? Дайте выйти, пожалуйста. Дверь не открывается. Перемотка на более поздний участок. Ну тогда же удобнее.
Мы отдыхали на этих подушках. На базаре. Ну, пойдемте на базар. Так, давайте пометим. Значит, он здесь. Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью. Это больно! Перестань! Вор! Грязный вор! Чего вы пугаетесь? Ой, боже мой. Не пугал меня. Смотри! Очень мудр, раз решил обратиться ко мне. Так, я вижу монахов. Что тебе нужно? Люблю таких клиентов. Чего у вас так много? А, ну да, базар же. Не лапайте меня, пожалуйста. Не лапайте. Не лапай меня. Подайте пару монеток. Я хочу есть. Я тебя толкнуть сейчас. У меня денег нету самому. Ты представляешь? У меня все деньги забрали. Стража! Скажите ей, у меня ни паспорта, ни денег. Ну почему мне никто не хочет помочь? Я прошу всего лишь пару монет. Умоляю вас, господин. Нету! Что-нибудь для больной головной. Ты тоже. Нищенки. Где моя цель? У Тамира спрашивает, он тут главный финансист, а я всего лишь монах. А кто из вас Тамир? Можно я подойду поближе? Взгляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ. Из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. Так говорят лентяи. А, вот неумелые. Он. Что он слишком красивый. Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. А зачем ему оружие? Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу, вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Он плюнул ему. Слышь, оскорблять меня. Нет, Тамир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Два оружия, стража. Да я только начал. Нет, нет. Ой. Ребят. Ты явился на мой рынок. Торговал с моими людьми. И посмел оскорбить меня? Ты должен знать. Ой. Он человек убил, а чё вы не кричите? Нет. Оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде стража. Чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. Не, значит, бегаю, меня уже считают сумасшедшим убийцей. Маньяком. А он на глазах у всех убил, и всем нормально. Ща разберемся мы с тобой. Ох, ща разберемся. Ой, сейчас будет что-то с чем-то. Ты где не случился? Вот именно где учился. Ребят, что? Я всего лишь смотрела. Да я всего лишь смотрела. Я всего лишь смотрела, чего-то не. Метательные ножи поражают. Я вот с ним согласна. Оружие так себе. Можешь попробовать метательные ножи? Не понимаю, где это? Точно знаешь, что тебе нужно.
Нет, один. Не уходите. Подайте пару монеток. Где этот? Нет, этот темплиер какой-то. Ой, ё-моё. Да я даже ничего не своровала. Ох, ё-моё. Ой, музычка такая классная. А где моя цель гуляет? Не стойте на пути, пожалуйста. Не видите, я тут бегу. Я, по-моему, от цели ухожу, да? Да я пыталась цель найти, я просто побежал. Меня уже убийцы назвали. Вот вы видите, вот в чем справедливость. Да я укрытие найти не могу. О, вот, вижу. Что происходит? Если вы создали волнение, разумно будет погибнуть. Что произошло? Если вы создали волнение, разумно будет погибнуть. Я не вижу его. Где моя цель? А, вот он. Ужасно. Просто ужасно. Ты где ремесло? Летательных нет. Мои родные больные пухнут с голода. Подайте пару монеток. Это не... Упс. Покойся с миром. Ты заплатишь. Вы все заплатите. Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. А кто погубит? Ну ладно, это не важно же. Ой, что ж делать? Придется бежать. Думаю, все-таки женщина была права. Местный сумасшедший. Убийца. А ну-ка, да что ж такое? О, монахи. Посмотрите на мои товары. Подходите, подходите. Большая распродажа. Где бюро находится, я забыла. Так, мне нужно в бюро. Вот, сюда надо. Ты не сможешь бегать вечно.
Ну как тебе сказать, вообще-то могу. Я поймаю. Он взял меня камень. Ну почему? Давай, 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 давай. Где же ты? Все до единого. Мы должны защищаться. Я не знаю, куда он пошел. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Да, ну, мне кажется, проще будет по крышам добраться, хоть они там тоже стоят. Вы вообще наблюдатели мне помогать должны. Суету не наводите. Лишнюю. Карта папая. Почему так сложно по крыше добраться от одного места до другого? Ой, там стражники ходят. Как меня заметили вообще? Ученый, ёкарный папай. Где монахи? А реально, где ближайшие монахи? Нет ближайших монахов, что делать? Ой, стражник. Ой, обходим. Сзади меня тоже стражник. Ребята! Да не убийца я. Что? Я не еретик, хотя... Реально, кто-нибудь помогите, пожалуйста. Ладно. Ой. Турецкий флаг вы видели? Так что не успел его схватить. А я серьезно не заметил, что я здесь нахожусь. Ну просто по логике. Ребят, тут штучка есть. Давайте-ка ж. Нормально вы с крыши прыгаете. У меня реактивация сразу. Так, мы почти добрались. Да, раз заберу то еще приключение. Конечно. Надо надеть без происшествий.
в этот раз. До меня дошли известия о твоей победе, Альтаир. Ага. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Альтаир. Поэтому и нарушаем кредо. Все Аль-Муалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более... Ой, спасибо, что мне не заставите... А... С добрым утром. Я по... Серьезно, мне надо будет пешочком идти до дома? Спасибо, что... что не заставите меня это делать. Ой. Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. В смысле? Да мы там одного человека только убили. Ну ладно, отдыхать тоже надо. Доктор, расскажите, пожалуйста, а в чем заключается ваша работа? Это лифт? А мне нельзя туда, да? А, доктор Стилман, что вы делаете? Что вы пишете? Не скажите мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки, неделя. Уже 6 дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Ну, ты же говоришь. Место. Меня удерживает в заперти группа ученых и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, вот именно. Что вы ищете и для чего. А я должен Да-да. Быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовешь. И что вы от меня хотите? Подумаем, не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Эй, у меня есть вопрос, на который вы можете ответить. Какой? Почему люди там иногда говорят так, будто они из будущего? Будущего? Ну, то есть настоящего. Как сейчас. А еще вы, вероятно, удивляетесь, почему понимаете языки Святой Земли? Да, я как раз хотел... Анимус переводит речь, чтобы она звучала более-менее современно. Анахронизмов будет немного. Я бы могла сделать речь аутентичнее, но... Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого? Да. А что с юбкой? Ну ладно. Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают, ну, кроме того, что держат меня под замком? Абстерго — одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что Анимус — это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже, у вас есть чувство Какая юмора? Реклама? Извините, Дезмонд, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведем работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. Пойдемте смотреть, где компьютер? Это компьютер. Ой. Входящий, Люси. Уоррен Видик, Ре Лейла. Ой, ей что-то написали. Ничего, займись делом. У нас дедлайн. По скрипту. Почему ты подписываешься? Сверху же написано, от кого письмо. Получено 3 сентября от Люси Стилман. Кому? Уоррен Видик. Тема Лейла. Ты недавно сказала мне закончить как Лейла. Что это значит, Люси? Администрация секретной информации. Читаем секретную информацию. А норм, что мы смотрим электронную почту? Ну ладно. Напоминаем всем сотрудникам Abstergo Industries, что им запрещено обсуждать корпоративную политику, деятельность компании и ее проекты. В свете предстоящего разбирательства напоминаю вам о пункте 2.15 вашего рабочего контракта. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Абстерго разрабатывает такую конфиденциальную информацию путем вложения значительного времени, труда и расходов, и что эта конфиденциальная информация позволяет Абстерго занять лидирующее положение в своей отрасли.
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что нарушение вами этого соглашения приведет к тому, что Абстерго понесет невосполнимые убытки, последствия которых будет сложно оценить, и денежные потери в случае такого разглашения будут значительными. Соответственно, вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения вами этого соглашения Абстерго применит к вам судебные меры, направленные на получение компенсации, а также любые другие меры, которые будут признаны справедливыми судом. Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться к вашему менеджеру по персоналу. Благодарим вас за понимание. Секрет информации. Уоррен Видик, твоя ручка. Отлично, положи его мне на стол. Поменьше думай о моих делах и побольше о том, чтобы анимус работал. Спасибо. А, Уоррен Видик, это тот доктор, да? Так, от Люси Стилман. Кому Уоррену Витик? Твоя ручка. Уоррен, я снова нашла твой ключ доступа на стоянке. Тебе стоит взяться за правило носить его в кармане, а не оставлять болтаться снаружи. Следи за своими вещами, Уоррен. Представь, что бы случилось, если бы ключ нашла охрана. Нас бы отстранили от работы минимум на день, пока они меняли бы компьютерные коды доступа. Люси. Угу. Ясно. Это 3 входящих было, исходящих 0. И ничего не удалено. Так, другой информации нет. Ох. А где еще компьютер? Этим компьютером можно пользоваться? Я хотела побольше об Абстерго прочитать. Где компьютер, Люси? Люси, где компьютер? Ты не устал? А где доктор? Что, мне предлагают спать лечь, что ли? А где меня кормят? Вот это на столовую похоже. Мне туда нельзя, что ли? Как говорится, спасибо за то, что дали мне кровать. Ура. Кровать дали, а пижаму нет. Ой, какие-то снова буковки. На следующее утро. Ну, спасибо, что хотя бы идемте, так. Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Не хочу. Да. Где Люси? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Нет. Вы же меня забрали. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошло 1000 лет, а общество осталось все таким же варварским. Все таким же глупым. Ну, может, потому что мы люди. Ваша цель — порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Вот я тоже не верю. Этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем вот. Чушь несет. Большим и маленьким. Не это ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Сокровище тамплиеров. Мы готовы? Люси, ты где? Да, готовы. Люси. Люси, он впаривает чушь. Почему ты здесь работаешь? Люси, не слушай его. Ты вообще зачем сюда устроилась? Доложитесь же! Че ты орешь на меня? Так, блок памяти 3.
Вперед, мистер Майлз! Не тяните! Метательные ножи поражают врагов издалека. Отлично, Альтаир. Я молодец. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Ура! Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Лжешь. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. Ура! Метательные ножи. Отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Сразу два королевства отправляет. Жесть. Что-то не похож на метательный нож. Короткий клинок. Короткий клинок. Но я не хочу тренироваться во дворе, так что... Уи! Ух ты, а что это такое? Я этого раньше не видела. Какая красота. Женщины, девушки. А что это такое за место? Здесь водичка. И здесь одни девушки. А что это за место? Какие-то особые сады? Сады Придонья? Какое-то красивое, странное место. Ну, ладно. Смотрите, там наш флаг. Я, кстати, турецкий флаг не забрала. Ну, думаю, всем все равно. Зачем эти флаги вообще нужен? Флаг из Мессиав. Беседки какие-то. Опа, подушечки. Да. Можно остаться здесь, отдохнуть? Ой. Что за болван, скажите, зачем он это делает? Случайно вышло. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Ясно. Мне самой интересно, что за клинок-то? Какой-то короткий клинок. Так это то же самое. Великолепно. Ладно, это неинтересно. Выходим. Понимаю, отсюда. У тебя много дел. Да, у меня много дел. Опять грехи, а? Опять неверные и грешные. Понимаю, у тебя много дел. Так. Мне надо... А куда сначала пойдем? Что это вот за королевство? Иерусалим? Где моя лошадь? Что делает эта глупец? О, у меня теперь есть метательные клинки, но у меня нет клинков. Ой-ой-ой. Я хотела сделать прыжок веры, а в итоге получился прыжок неверы.
Что происходит? Думаете, от кого он убегает? Ты напугал меня. Так. Интересно, что он затеял? Куда это он так спешил? Так, здесь стражники у него могут быть. Просто моя белая лошадка. Побежали. Оп. Ура, мы попали. Наконец-то. Вы можете использовать незаметные убийства, чтобы... Ух ты, как здесь красиво, необычно. А что все сразу таким зеленым стало? Нет, я в порядке. Мне просто... Ай, ладно, все. Здесь так красиво и спокойно. Ой, какая красота. Да, пока. Что, вы забрали необходимость? В моем возрасте такие вещи не проходят бесследно. Видите, лошадь идет. Я! Ты чуть не убил меня. Я! Я в порядке. Мне просто... Я! Музычка новая. Интересно, что он затеял? Давайте пойдем в город, я не знаю. Нет, давайте мы на этом закончим. О, у меня лошадь снова побелела. Правда была необходимость? Я на коричневый ехала. Ну ладно, давайте к стойлу отправим. Я предлагаю на этом закончить. Надо сейчас где-нибудь в красивом месте закончить. Здесь, кстати, молитву читает, слышите? Ну, это мула вроде как, я не уверена. Ну ладно, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях. Вот знаете, что напишите в комментариях. Насколько быстро я пройду следующий город Иерусалим? Будут ли меня бояться? Или буду бояться я? Убегать будут от меня или ко мне? Эти все вопросы философские. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и я вас всех люблю. Всем пока. Также вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании. Дзынь. Музычка здесь, кстати, намного лучше, чем в Дамаске. Успокаивающая такая. А меня пропустят, интересно? Тебе не следует. Понятно. Меня послали не на русском. Лошадь ко мне прибежала.